Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, а перед нами планшет Mediatek KT107, и в этом видеоролике мы вам покажем, как включить высококонтрастный текст на данном планшете. Для того, чтобы это сделать, мы открываем настройки здесь. И в настройках мы листаем в самый-самый-самый низ до пункта «Специальные возможности». В специальных возможностях опять листаем в самый-самый-самый низ. А нет, даже не нужно в самый-самый низ листать, потому что у нас уже сверху есть функция высококонтрастного текста. Если мы ставим здесь галочку, то, во-первых, весь текст становится очень жестким. Например, как вы видите, вот здесь была выключена экспериментальная настройка, то есть вот такие вот полупрозрачный текст, такой серый. Если мы ставим галочку, он становится жестко черным. И весь текст становится таким же. Он весь приобретает черный цвет. То есть, если раньше был там какой-то голубой цвет, еще какой-то, то сразу становится черным. Также текст становится более жестким, более грубым и более выделяющимся для нашего глаза. То есть, если у вас какие-то проблемы со зрением, то этот режим отлично вам подойдет. А мы на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!